Новый год в новых квартирах. В жилстрой Сбербанке подводят итоги своей работы. Оказалось, что год выдался рекордным. Более 10 тысяч казахстанцев, участников программы развития регионов, стали обладателями собственных квартир. В гостях у одной из таких счастливых семей побывали наши корреспонденты. Житель Алматы и глава семьи Солнцевых Вячеслав с гордостью показывает результаты своего труда. Как они мебель с братом собрали, как обои поклеили. Здесь два. Есть вот такой свет, а есть вот подсветочка, сделал тоже сам. Своим трудом хозяин квартиры гордится по праву, но признается, что большого ремонта не потребовалось. По договору им досталась квартира в чистовой отделке. Ровные отштукатуренные стены, качественные двери, ламинат на полу. Вячеслав и его супруга Эльмира несколько лет копили на собственное жилье. Накопили только на двушку в микрорайоне, чтобы купить, и то не хватало. Но был открыт этот нам депозит в жилстрой Сбербанке до этого еще. И депозит был небольшой, и как-то осенью в октябре, по-моему, или в ноябре пришла СМС, что вы можете поучаствовать в программе развития жилья. Там. Всего за 3 года реализации программы развития регионов до 2020 года счастливыми новоселами стали более 17 тысяч казахстанских семей. А общая площадь введенного в эксплуатацию жилья превысила 1 миллион квадратных метров. Свой долг перед банком супруги Солнцевы уже погасили. И теперь чувствуют себя очень счастливыми. В новом доме им нравится все. И то, что квартира просторная, и то, что соседи по большей части, как и они сами, молодые семьи. Во всех этих новых высотных домах живут вкладчики жилстрой Сбербанка. Однажды они просто приняли правильное решение участвовать в программе «Доступное жилье». И уверяют, что с тех пор не перестают этому радоваться. Уходящий год для жилстрой Сбербанка и участников госпрограммы выдался особенно продуктивным. С местными исполнительными органами были подписаны соглашения на 10,5 тысяч квартир. Большая часть из них уже сдана в эксплуатацию. Остальная будет введена в строй в начале следующего года. Заявку на участие в пуле покупателей социального жилья вкладчики банка могут подать в онлайн-режиме. Система автоматизирована и полностью исключает человеческий фактор. Приоритет при распределении дается тем, кто регулярно и добросовестно копил деньги на депозите и тем самым показал свою заинтересованность в покупке жилья. Асем Караулова, Даниил Жусупов, Информбюро, 31 канал.